Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня у нас с вами обзор на торт. Торт Мирель бренда Тирамису. Тирамису вообще такие торты, что их поймать, найти в магазине очень сложно. Буквально только выставили на полку, их уже нету. Все, их быстро скупают. Вот, и наконец-то мы нашли этот торт. Стоил он 409 рублей у нас в Самаре. Вот сейчас станет ролик, где вот будет виден весь этот состав. А, вижу, 7 суток он, у него срок годности. Вот. Выглядеть он должен вот так вот. То есть сверху вот сами вот эти вот вкусняшки. И немножко, не так много хлеба. Давайте его откроем, посмотрим, как он, какой внутри. Не так и просто было его открыть. И вот так он красиво выглядит. Так выглядит тортик. Отрезала я маленький кусочек, потому что у нас праздник. И не хочется его весь съедать. Снизу прослоечка. Довольно много вот беленькой прослоечки. Сейчас мы будем узнавать, что это. Сама вот эта вот красотулечка, которую все, наверное, любят и ищут. И давайте с вами его попробуем. Он бесподобный. Вот эта вот беленькая штучка, она кофейная. И она просто нежная, прям обалденная. Такая прям вообще шикарная. Он нежно-сладкий, он даже не приторный. Даже вот эта вот прослоечка хлеба, ну, мы ее, наверное, называем хлеб, потому что она бывает реально очень сухая, она очень такая сочная, вкусная, она даже незаметна. Он просто, знаете, торт просто бесподобный. Просто обалденный. Теперь я понимаю, почему его так за ним все гоняются и вот так покупают. Потому что это, ну блин, это реально вкусно. То есть другой торт вы купите, если будет вот эта хлебная прослойка, она будет сухая какая-то, вот этот торт кушать, он непонятно какой-то безвкусный, какой-то такой, это. То тут очень вкусно. Просто обалденно. Ну, наверное, мне кажется, он и сытный тоже. Знаете, вот реально даже просто вот один хлеб, и кажется, как будто этот хлеб сделан из какого-то крема, как будто он кремовый хлеб. Сладкий совсем немножечко, не приторный, прям чуть-чуть совсем сладенький. Очень нежный, очень вкусный. Настолько вот это вот вкусно, представляете? Обалденный торт, можно покупать. Можно покупать спокойно и есть. 409 рублей, в принципе, знаете, ну, не так много сейчас, кстати, 409 за торт. От Палыча торты вон вообще стоят 800 рублей. Лучше за 400 купить таких тогда два торта. Как раз у вас получится 800 рублей с мелочи. Очень вкусный, очень мне торт понравился. Наконец-то его попробовала. Пишите свои комментарии, пробовали ли вы такой торт тирамису. От каких брендов вы его видели. Потому что, наверное, по-моему, есть еще разные. Может, сам Перекресток делает. Может быть, сама Лента, по-моему, делает торт. Понравился он вам или нет. От каких брендов, если вы пробовали, вам не понравился, обязательно напишите. Оставляйте свои отзывы. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь. Смотрите другие ролики. У нас также есть обзоры на технику, обзоры на продукты, на другие торты. Вот. И всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания.